Яркое лето, яркие образы с магазином «Миледи» на Спортивной 21/33. А сейчас о юбилярах. Накануне четверть века отметила социальная служба. Сейчас Клинское управление соцзащиты – это 9 учреждений и более 800 сотрудников. Десятка лучших всегда на доске почета. Она обновляется раз в полгода. Самых достойных кандидатов выдвигают коллективы. Тем, кто сейчас в особом почете, в День соцработника вручили благодарственные грамоты и премии, а поздравления и слова признательности в день рождения звучали для всех. Наша работа – это самоотверженность, это любовь к людям, это в некоторой степени фанатизм, любить людей. И я хочу пожелать, чтобы вы всегда такие были у меня – солнечные, оптимистичные, радостные и здоровые. Клинские соцработники – всегда активные участники различных конкурсов профмастерства. В их копилке призовые места областного и всероссийского масштаба. А наше управление традиционно входит в пятерку лидеров учреждений социальной защиты области.